В Россию из Испании возвращается список чудотворной иконы Богородицы Умиления. Сегодня российским дипломатам в Мадриде реликвию передала подданное королевство Роса Очоа. По ее словам, в начале Второй мировой ее отец, воевавший на стороне вермахта, похитил, а затем вывез икону 19 века из Новгородской области. И все это время образ Богородицы хранился в семье Очоа. Сегодня сеньора заявила, что передает икону российской стране в знак дружбы между испанцами и русскими. После того, как икону привезут в Россию, она будет передана на Новгородской епархии.